Всем доброе утро. Меня зовут Сергей Нежданов. Ну, в основном я посмотрел на линии тех, кто меня знает. Но кто не знает, там можно в профиле почитать, чтобы сейчас не тратить на это время. Ну, объяснять, почему мы онлайн, не буду. Многие, вот я там видел, и Мексика, и Испания на линии. То есть давно просили как-нибудь сделать онлайн занятие. Ну, сегодня первое занятие, которое утреннее. Утром что мы делаем? То есть я не буду сейчас углубляться в подробности, как там, в технику. То есть сейчас наша задача позаниматься, вот так вот мы в зале занимаемся, позаниматься, включиться в день, то есть пробудить тело и наполниться энергией утра. И начнем мы, вот давайте сядем в любое удобное положение, можно подложить что-то под таз, с небольшой настройки. Вот. Настраиваемся на занятие. Глаза сейчас не закрывайте и просто поразглядывайте пространство вокруг. Вот то пространство, где вы сейчас находитесь. Для того, чтобы давайте на будущее, чтобы это каждый раз не повторять. Я надеюсь, у нас это будет не последний эфир. Находите для занятий какое-нибудь спокойное место, где можно, ну, буквально 2 на 2 метра, этого достаточно, где какое-то время, ну, полчаса вас никто не будет беспокоить. Вот. И перед эфиром, когда мы вот в таком режиме онлайн, желательно сделать какие-то разминочные движения. Мы их сегодня сделаем на все суставчики, чтобы нам уже не тратить время на, ну, в эфире на разминку. Буквально 5 минут. Чтобы мы уже занимались, ну, конкретно какими-то асанами. А там, чтобы это не было у нас 1,5-2 часа занятия онлайн. Сейчас идея такая, что перед работой, ну, я не знаю, кто-то сейчас на работу ходит или нет, перед работой позаниматься йогой, не выходя из дома. Вот под руководством. Давайте, зрительный канал нас сейчас интересует. Поразглядывайте, что у вас вокруг вас сейчас есть. Может быть, какие-то объекты, которые, ну, может быть, какие-то там стена, трещинка, какой-нибудь узорчик, какая-нибудь пылинка, что-нибудь, что вот вы раньше не замечали. Неважно что. Просто поразглядывайте, посмотрите, в каком пространстве вы находитесь, где стены, окна, там, двери, потолок, пол. Угу. И теперь вот ваши ощущения от нахождения в этом пространстве. Просто сейчас обращаем внимание на свои ощущения. И мягко закрываем теперь глаза. Смотрим, что теперь происходит. То есть сидим с закрытыми глазами. И что сейчас, внимание, на какой процесс появился акцент? То ли это на ощущения в теле, может быть, сидеть неудобно. То ли это на какие-то звуки, то ли какие-то мысли, или что-то свое. Вот куда внимание, что случилось с вниманием? На что сейчас вы обращаете внимание с закрытыми глазами? Как изменился мир, когда вы закрыли глаза? И сейчас обратите внимание на дыхание. И сделайте 3 глубоких вдоха-выдоха.
Теперь обратите внимание на то, как вы сидите. То есть на те точки опоры, ноги, таз, седалищные бугры, как тело опирается на пол, какие ощущения от веса тела, вот как вы чувствуете вес тела. Можно усесть как-то поудобнее чуть-чуть. И почувствуйте вот это низ, таз, ноги, может быть, низ живота, поясница, какие-то, может быть, где-то, ну, посмотрите, удобно это, неудобно. И почувствуйте вес, такой тяжелый низ. А теперь, внимание, давайте нарисуем такую линию из таза туда вот в бесконечность, вдоль позвоночника, через макушку. И за макушку потяните голову вверх. Такое мягкое вытягивание. Легкая голова двигается вверх. Тяжелый низ усаживается все глубже, глубже и глубже. Пол. И между двумя этими точками легкий вверх, тяжелый низ, позвоночник. Почувствуйте всю линию позвоночника. И сейчас я назову очень так, схематично некоторые части тела, обращаем на них внимание и расслабляем. Обращаем внимание, расслабляем. Вот, начинаем с глаз, глаза, мышцы вокруг глаз, пространство вокруг глаз, язык, вес языка, нижнюю челюсть, опустите челюсть, места крепления челюсти. И все лицо целиком, вся голова, шея, плечи. И спускаемся к локтям и кистям, то есть руки целиком, а вот на что-то они касаются, опираются, почувствуйте вес рук. Хорошо, потом верхнюю часть спины, вот пространство там, где лопатки. Понаблюдайте, как спина дышит. Средняя часть спины. И низ. Район поясницы. Хорошо. Вся спина целиком. Спускаемся ниже. Ягодицы, таз. Седалищные бугры. Область промежности, мышцы промежности. И спереди шея, грудная клетка. Понаблюдайте, как дышит, как двигается грудная клетка. Живот, весь объем живота. Стенка живота и весь живот, как он дышит. Таз. Промежность, тазобедренные суставы и ноги целиком. Еще раз, тяжелый низ, фундамент, легкая голова и позвоночник. И вот от этой легкости головы почувствуйте, как меняется ощущение в шее, в плечах, в грудной клетке. Хорошо, сделайте глубокий вдох и выдох. Небольшая настройка. И мягенько открываем глаза, поднимаемся. Поднимаемся в положение стоя. Положение стоя. Угу. Давайте я вот... Так, у меня восход, солнышко. Больше лицом к солнцу повернусь. Угу. И сейчас давайте... Можно одну или две ладошки на живот положить и подышим животом. Вдох, живот, выдох. Несколько дыханий животом. То есть брюшное дыхание, то есть активируем диафрагму. Вот
несколько дыханий, почувствуйте, как стенка живота двигается. Дальше поднимаем руки выше, на нижние реберные дуги ставим вот сюда. Внимание на ладошках. И почувствуйте теперь, как вот эта зона дышит, реберные дуги. Стараемся живот уже не задействовать здесь. Дышим ребрышками. Район между ключиц, чуть-чуть ниже. Одна рука, вторая рука на пупке. И теперь дышим верхней рукой. Ключичное дыхание. Самый верх задействуем. Хорошо. И теперь начинаем вдох живот, продолжаем с живота, продолжаем ребрышки, заканчиваем ключицы. То есть полное дыхание делаем. Живот, вдох, ребра, ключицы. Выдох, ключицы, ребра, живот. Несколько дыханий, полных дыханий. И вот в таком режиме продолжаем дышать. Давайте ручки в стороны. И добавляем ротацию в руках, плечевых суставах и верхней части грудной клетки. На вдохе мизинцами раскрываем ладошки, делаем вдох. Смотрим чуть-чуть вверх. Выдох. То есть пробуждаем сейчас позвоночник. Вдох. Лопаточки отодвигаем друг от друга. Выдох, лопатки в стороны. Ротация плечевых суставов. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки вверх, то же самое, раскрываем. Вдох. Закрываем, выдох. Раскрываем, вдох. Выдох. И вдох. И руки раскрываем, рука опускаем, выдох. Хорошо. Шейный отдел, голова наверх, вдох. Выдох. Экспресс-комплект делаем для шеи. Вдох. Выдох. Включаем вот кровоток в шейном отделе. Высвобождаем вот это межпозвоночное пространство. Хорошо. Поворачиваем право-лево в одну сторону. И дыхание сейчас давайте произвольное. Хорошо. Теперь наклоны головы. Правое ухо вверх. Давайте вдох, потянулись пальчиками вниз. Выдох. Левое вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Опускаем голову вниз. И по часовой стрелке ротация. Сначала на правое плечо. Назад. Делаем вдох. Левое. Вниз. Чувствуя каждую мышцу, которая
поочередно подключается к движению. Вытягивается, а с другой стороны сжимается. Чувствуем. Если где-то есть неприятные ощущения в шее, медленно их проходим, не спешим. Очень важный вот шейный отдел. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ручки в стороны. Сжали, разжали. Кисти сжали, разжали. И быстро. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Угу. Вверх. Вперед. Полностью пальчики разжимаем, полностью сжимаем. Угу. И теперь в стороны. Теперь пальчик большой внутрь. Сжали кулаки и покрутили кистями. Вот. Ищем приятное ощущение в лучезапястных этих мышцах, в запястьях, в одну сторону и в другую сторону. Угу. Хорошо. Натянули. Вдох. Опустили выдох. Руки на пояс. Таз по кругу. Раз. Точку в центре таза двигаем. Два. Три. Четыре. Другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь восьмеркой. Одну петлю, другую. Восьмерочку делаем. Два. Можно чуть ноги пошире. И ноги чуть присогнуть. Три. Вес тела перемещаем. Четыре. Руки можно добавить. В другую сторону. Раз. Ручками. Два. Повторяем движение. Три. Четыре. Угу. Хорошо. Давайте ножки вместе. На носочках приподняли. Вдох. Выдох на пятках. Вдох. Выдох. Разминаем стопы. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, на носочки встали, вдох, угу. Выдох, на внешней части стоп, внутренние, внешние, внутренние, внешние, внутренние, внешние, внутренние, коленки. Давайте разотрите вот область коленей, спереди, сзади. Такие приятные прикосновения и круговые движения. Угу. В одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Поднимаем ножку, давайте правую вверх. И ротация тазобедренного. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Четыре. Другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз. Поменяли. Два, три, четыре. Хорошо. Стряхнули ноги, стряхнули руки. Давайте вот такой сейчас. Кисти, локти, плечи и все тело до ощущения вот потряхивание лица, плеч, грудных мышц, лопаток, живот почувствуйте, ягодицы, бедра, икры. Почувствуйте все тело, такую вибрацию во всем теле. Угу. Все время возвращаемся в ощущения. Каждую секунду ощущения меняются. Почувствуйте сейчас, что произошло.
И теперь почувствуйте стопы, колени, таз, тяжелый низ, позвоночник и легкая голова за макушку, как будто кто-то за ниточку вас вытягивает за макушку вверх. И вдоль этой оси вот такие движения из таза запускаем. Почувствуйте, как поясница при этом расслабляется. Угу. Заглядываем назад. Подобную разминку, ее можно длиннее делать, короче, подобную разминку старайтесь вот перед занятием, чтобы нам не тратить время на вот разогрев. Но все равно я буду там уделять время немножечко. И вот как мы вначале сидели, возвращайтесь в ощущения сейчас в теле. Стопы, колени, таз, ножки вместе, встаем на начало коврика, плечи, раскрыли плечики. Угу. Дыхание сейчас у нас, значит, алгоритм дыхания, я так понимаю, ну, большинство новичков будет, ну, судя по тому, что я видел. Хотя сейчас вот я не знаю, кто на линии, не определить пока. И по обратной вашей связи потом я буду понимать, как делать более сложные, более на что делать акцент. Вот, утром мы делаем, ну, то есть я делаю акцент на пробуждение позвоночного столба, а это у нас, в общем-то, все тело. Соответственно, это чередование таких мягких прогибов, наклонов, прогибов, наклонов. И многие из вас знают самую популярную практику, это самую известную, Сурья Намаскар, приветствие солнцу. Я вот к нему сейчас спиной встану, но вот оно у меня сейчас за спиной, оно прямо вот сейчас восход. Дома, когда я один занимаюсь, сейчас я лучше лицом к вам. Вот. Почувствуйте большие пальчики вместе и ладошки перед грудью. Делайте вдох, выдох. Давайте дыхание я буду вести, чтобы было понятно, как дышать. Руки через стороны вверх, поднимаем. Соединяем пальчики, делаем вдох и задержались здесь. Потянулись, выдох, макушка вверх, копчик вниз, макушка вверх, пальчики вверх. Растянули под подмышечное вот пространство. Угу. И давайте таз чуть правее, угу. А ручки влево. Натянули и вдохнули правым легким. Несколько дыханий правым легким. И поменяли теперь таз чуть левее. Раскрыли левую часть. Ребрышки отодвинули их. Почувствуйте вот это приятное вытяжение. Хорошо. Угу. Теперь руки за спиной в замок. Лопатки вместе. Копчик вниз. Замочек вниз. И теперь замочком попробуйте плечи вниз. То есть плечи вниз опускаем. Лопатки вниз потянули и друг к другу. И теперь замочек попробуйте вверх поднять. Посмотрите, как это получается. Делайте вдох. Выдох. Хорошо. Ладошки вот сюда на паховые складочки. Если получается, вот в таком режиме наклониться. То есть мы опираемся на бедра, чтобы оттолкнуться. Если это не вот. Давайте поясничку сначала. Копчик чуть-чуть подвернули назад. Почувствовали поясничку. Делали вдох. Выдох. Теперь грудной отдел. Лопатки расправляем в стороны. Вдох. Вдохнули спиной прямо, расправили позвонки. Выдох.
И теперь за затылок потянулись вперед, шейный отдел, подбородок немножечко к груди, и отодвигаем голову от туловища. Хорошо. Опускаем руки. Ставим пальчики перед собой. Если нужно, призгибаем ноги. Угу. Хорошо. Вдох. Посмотрели чуть-чуть вперед. Выдох. Отпустили тело. Отпустили тело. Не даем. Давайте чуть-чуть здесь повисим. Расправляем и не... Вот эти все узлы, зажатости в позвоночнике, в мышцах. Все отпускаем. Пусть стекает. На вдохе очередном. Вдох. Выдох. Вниз. Вдох. Выдох вниз. Значит, если живот на бедра не ложится, что делать? Вот, с прямыми ногами. Изгибать ноги. Вот я специально их и оставили здесь. Выдох. Приподнимаемся. Ладошка. Сейчас у нас такой силовой аспект включится. Мышцы. Держим равновесие. Почувствуйте вес в стопах. И ребрышко положили на бедро. Ребро на бедро. Вот здесь. Или руки здесь остаются, или вытягиваемся вперед за макушку, за пальчики. То есть вытяжение из пятки, за пальчики вперед и вверх. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Руки вниз. Ручки вниз. Колено вниз. И вытягиваемся вперед немножко. Пробуем опустить туловище. Вот вытягиваясь туда вперед. Вниз вместе с головой. Пробуем, пробуем. Если есть касание головы, значит касаемся. Хорошо. Приподнимаемся. Теперь отодвигаем таз назад, выпрямляем ножку, носочек на себя. То есть, если это трудно достать, то ну, у кого есть кирпичики дома, значит два кирпича или что-нибудь, на что можно руки поставить. У кого пальчики опускаются, ребрышками тянемся к колену. Потянулись, вытянулись, дышим вдох. Ну и да. Вдох. Выдох. Передвигаемся вперед. Сгибаем заднюю ногу. Ножку заднюю. И левой рукой захватываем. Теперь у нас нет задачи коснуться пяткой таза. А нам нужно поработать с четырехглавой мышцей задней ноги. Поэтому таз, вот правый таз вперед толкнули и вниз. Ну, если получается, пяточку тоже опускаем. Вот таз двигается вниз. Хорошо. Ладошки под плечи. Отшагнули назад. Планка. Верхний упор. Дышим здесь. Давай. Три дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Переходим на левую руку. На левую руку. Правая рука вверх. Таз вверх. Для продолжающих правая нога вверх. И ручку над головой вытянули. Значит, или вот такое положение. Угу. Значит, есть еще вот такой вариант. Колено внизу. Угу. И теперь опускаем ножку. Делаем вдох, таз выше. Выдох. Касаемся таза. Опускаем вниз. Вдох.
Выдох. Вдох. В исходное положение. Поменяли на другую сторону. Или такое положение, или облегченный вариант. Вот такое. Или самый сложный вариант. Угу. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь ножки ставим вниз. Делаем вдох, таз вверх. Выдох. Коснулись. Вдох. Выдох. Вдох. В исходное положение. Делаем вдох. Опускаем колени. И ладошки под плечами остаются. Вдох, прогиб. Кошки. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Так, тут прямой эфир прерывался почему-то. Сейчас надеюсь, идет. Угу. Собака головой вниз. Угу. И смотрим вперед, левая нога вперед, широкий шаг. Колено вниз. Носочек вытянули. Приподнялись. Ручки через стороны вверх. Потянулись вверх. Медленно. Вдох. Выдох. Переходим в наклон. Угу. Несколько дыханий здесь. И руки через стороны вверх. Вдох. Через стороны вниз. Выдох. Три дыхания. Три дыхания, ручки перед грудью. Хорошо. Очередной вдох, руки через стороны вверх. Потянули переднюю часть, копчик вниз. Можно мягенький прогиб сделать. Выдох. Руки через стороны вниз. Или ладошки, или пальчики, или сгибаем ноги. То есть каким-то образом, чтобы у нас позвоночник расслабился, таз как проворачивается. Угу. Дальше с очередным вдохом. Левая нога назад. Дышим. На вдохе подколенную впадину вверх толкнули. Выдох. Колено вниз. Вдох. Толкнули вверх, пяточку назад. Выдох. Все, расслабили таз ниже. Вдох. Угу. Остались здесь. Выдох. Ладошки на колено. Ребрышко положили на бедро. Руки через стороны. Вперед. Из пяточки за пальчики себя вытягиваем вперед. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, опускаем руки вниз. Колено вниз. И потянулись макушкой. То есть вытягиваем позвоночник вперед. Таз проворачиваем. Можно колено чуть-чуть в сторону. Опускаем голову вниз или висим. Можно локти поставить. Приподнимаемся, выпрямляем переднюю ногу,
Носочек на себя. Дышим вдох. Выдох. Если есть возможность, вытягиваемся, вот ложимся на переднюю ногу. Или это может выглядеть, ну, как-то так, до ощущения такого приятного вытяжения. То есть все время идем в приятные ощущения. Сгибаем. Левая рука внизу, правой рукой захватываем носок ноги и таз. То есть если таз приподнялся, начинаем двигать таз вниз, 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 а потом пяточку только. Хорошо. Отпускаем. Переходим в планку. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаем колени, грудную клетку, подбородок. Выдох. Здесь вдох. Копчиком чуть-чуть назад потянулись. Поясничку вытянули. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь таз вниз, макушкой потянулись вверх. Подключаем спинку, ягодицы, руки немножко. То есть не стараемся как-то заломить себя, больше в ощущении приятные. Угу. Кобра. Макушкой вверх. Хорошо. Теперь отталкиваемся руками. Собаку головы вниз. Стенкой живота подышали. Подышали животом. Вдох, выдох. Плечики в стороны расправили. Подмышечные впадины друг к другу идут. Хорошо, смотрим вперед. Давайте опускаем голову вниз. Носочки приподнимаемся на носочки. Делаем вдох на носочках. Выдох, таз опускаем вправо. Руки прямые. Вверх, вдох. На носочках. Таз как можно выше. Таз влево. Выдох. Похрустели позвонками, может быть. Вверх, вдох. Таз вниз. Выдох. Хорошо. Левая нога вперед. Правая нога вперед. Широкий шаг. Правая сейчас. Делаем вдох. И опустили колено вниз. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Через сторону вниз. Выдох. И встречаемся в наклон. Наклон. И очередной вдох. Поднимаемся вверх. Вдох. Вниз, выдох. Руки перед грудью, вдох, выдох. Садимся. Садимся, ставим стопы на ширину таза, ладошки чуть дальше таза. Приподнимаем таз, делаем вдох. Выдох, таз выше, колени вперед толкаем, вдох, выдох, плечики расправляем, вдох, стороны, ягодицы крепкие, выдох, таз между ладошек пронесли, можно головой опуститься вниз, висим, вдох, выдох, вдох. Выдох. И вдох. И теперь копчиком потянулись вперед, поясницей вниз. То есть попробуйте поясницей коснуться пола. Плечевое вытягивание, поясница в полу. Угу.
Опускаем туловище. Расслабляемся. Хорошо. Приподнимаемся. Садимся. Ладошки ставим тыльной частью справа и слева. И цепляемся за колени изнутри. Спина скругляется. И пробуем. Пробуем вытянуть плечи сначала, то есть отодвинуть чуть назад. А локоточки друг к другу. Голову опускаем. Дышим, мягенько дышим. До приятных ощущений. Не делаем больно себе. То есть до приятных ощущений в плечах и вот лопатки мы натягиваем. Хорошо. Стопы перед собой. Так, чуть-чуть назад. То есть такой квадратик образуем. И опускаемся головой к пяткам. Мягко дышим, делаем вдох, выдох. Приподнимаемся. Левое колено внизу, правую ножку за левое колено. Левую ручку вытянули, делали вдох и завели за колено. Вот этого будет достаточно, правая рука сзади. Этого будет достаточно. Для продолжающих можно ладошку поставить или рядом, или за колено схватиться, или за стопу, или это для продолжающих, или захват сзади. Смотрим назад и уголки глаз поворачиваем вправо. Хорошо. Развернулись. Поменяли. На таз сели. Поменяли. Правая внизу. Левая. Правая рука вверх. Да? Выдох. Вот для начинающих. Достаточная позиция. То есть такая мягкая ротация. Смотрим назад. То есть продолжающие уже могут, ну, сообразно своему опыту, усложнять позицию, как им нравится. То есть ножку можно приподнять, ну и так далее. Хорошо. Вернулись. Ножки вместе. Ягодицы назад. Руки через стороны вверх. Делали вдох. И начинаем опускаться в выдох. Если поняли, что вот дальше никак, например. Раз, два. Опускаем живот на бедра. Опускаем руки, опускаем голову. Это ваша позиция будет. Если понимаете, что, ну, дальше таз начинает проворачиваться, то ножки можно чуть-чуть дальше, и вплоть до продолжающие могут полный наклон, полную пасчиматанасану сделать с прямыми ногами. Начинающие вот такую позицию мне не нужно. То есть поберегите свою поясницу. То есть, чтобы таз провернулся, мы подгибаем ноги, и таз может дальше провернуться. Угу. Молодцы. Хорошо. И последнее.